Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Алена. Я сегодня в магазине Fix Price. Это Балашиха, проспект Ленина, 81. Давайте с вами посмотрим на новинки. Вот такие новые горшочки, 199 рублей с вкладкой. Наше российское производство. Пластик не подходит для пищевых продуктов. И еще есть в сером цвете. Объем 1,8 литра. Еще раз привезли вот эти замечательные букетики небольшие, маленькие пионы, 149 рублей, успевайте, кто хотел. Вот они все цвета, их тут прям много. И вот такие горшочки по 55 рублей, посмотрите, в каких приятных оттенках. Они цепляются друг за друга, можно прям такую целую композицию собрать. И выглядит это вот так. Нам, к сожалению, еще не привозили никакие новые осенние декорации. Тыковки, я знаю, будут. Шкатулки тоже в форме тыковок. У нас вот все прошлогоднее. Такие вот композиции. Все, что есть. Привезли вот эту коллекцию органайзеров. Они не так давно были уже в продаже. АБС-пластик, термопластичная резина, внутри вставочка, которая вынимается. Разные цвета. Также вот такие органайзеры. 249 рублей стоят. И первые, и вот эти. У меня вот такой есть, только с разделителем внутри. Здесь почему-то нет разделителей. Тоже разные цвета. Мне он очень-очень нравится. Вот именно с разделителями внутри. Очень удобный. Есть еще вот такой органайзер. 199 рублей. Здесь крышка полистирол. Надо с ней быть осторожными, не ронять. Три цвета. Такой вот почти черный и посветлее такой серенький. Так, вот такие баночки. В прошлый раз они продавались в коробках. Сейчас просто в пленочке. 199 рублей и комплект две штучки. У меня в таких крем утренний и вечерний. А в таком органайзере, вот у меня в белом цвете, ватные диски. И за 99 рублей еще вот такая вот тарелочка, органайзер для косметики и аксессуаров. Антискользящие ножки и тоже разные цвета. Мы с вами в прошлом обзоре смотрели вот такие новые расчески за 149 рублей. В этой же коллекции появились круглые брашинги. Тоже 149 рублей. И вот такие. И также три цвета. Еще массажные. Новые детские массажные расчески с зеркалом. 149 рублей. Качество хорошее. Мы с вами смотрели в Новокосино вот такой шампунь от Тимоти. Там, по-моему, был с ромашкой или с алоэ. В общем, здесь вот такой вот есть вариант, аромат яблока. Экстракт календулы с 0 лет. Но состав здесь не детский. 83 рубля, 250 миллилитров. А еще мы с вами смотрели вот такой вот шампунь от Флорисан детский с экстрактом ромашки, витамином Е. Я его себе даже купила. Здесь есть еще один вариант с экстрактом календулы и депантенолом. 79 рублей. Вот здесь вот состав получше. Кондиционер для детского белья от ушастого няня. 300 рублей, 299. Здесь объем 2 литра с 0 лет. С алоэ, гипоаллергенный. Смотрите, какие интересные новые ватные палочки, косметические, двусторонние, 200 штук. С одной стороны заостренные, с другой вот такие вот интересные формы. Это, естественно, хлопок, мягкие, гипоаллергенные, 149 рублей. Снова в продаже органайзеры для мелочей за 99 рублей. Очень классные, у меня у самой, наверное, их сколько? 4, да, 4 штучки. Они у меня стоят вот таким вот большим
одним целым органайзером. Пришлось, правда, тремя крышками пожертвовать, но очень классный. И здесь, по-моему, пластик подходит, да, для пищевых продуктов. То есть можно какие-то специи даже хранить. Отличный. Открывается все достаточно туговато, так что дети, я думаю, не справятся. Маленькие не залезут. В общем, вот такие классные крышки. Вернее, ручки у крышек в разных цветах. Вот у нас, вижу, три. Да, вроде как... А, вот еще серенькая сзади. Четыре. Смотрите, еще тут висят вот такие коврики антискользящие для ванны. 65 на 45 сантиметров. По качеству очень напоминают вот эти. Знаете, такие более вспененные. Здесь поплотнее материал. Надеюсь, воду он так не будет впитывать, как вот эти коврики. Но все-таки. 124 рубля. Состав ПВХ. И по цветам. Бордовые, голубые и вот такой приятный зеленый цвет. Да, их все-таки привезли еще разочек. Вот они за 149 рублей. 2,5 литра. Все цвета есть, успевайте. У меня два вот таких органайзера. Мне очень нравится. Храню здесь всевозможные свои гирлянды и батарейки. Пледы. Тоже новенькие подвезли. Размер 200 на 150 сантиметров. 349 рублей. Есть однотонные, такие приятные цвета. А есть вот такие вот цветные. Ну, это, конечно же, полиэстер. Ну, да. Ну и, как всегда, осенью нам привозят вот такие наборы для вязания шарфа. Здесь 100 грамм пряжи и спицы в комплекте. Спицы мне не очень понравились, так как был лишний пластик. Было неудобно с такими работать. Я брала такие наборчики. В этот раз еще и красный, вот такой вот яркий фиолетовый, зеленый. И вот такой приятный оттенок серый. Набор стоит 149 рублей, но одного набора не хватит. Поэтому берите сразу два, а лучше даже три, если хотите длинный шарф. 59 рублей. Вот такие журнальчики детские, мои первые наклейки. Есть с 2 лет, есть с года. Разные варианты. 3 года. И разная тематика. Зверюшки, зима. Я такие сыну своему покупала, когда тоже был малышом. Очень ему нравилось клеить такие наклеечки. Рекомендую. Смотрите, какой еще есть вариант матрешки, божьей коровки. Ну, тут, как всегда, фикс прайс разошелся. Есть даже совы. Смотрите, какая прелестная расцветка маечек детских. Майки стоят 124 рубля, размеры разные. Вот это 26, 32 и, по-моему, 34 здесь максимальный. Такие ананасы классные, хлопковые. Еще есть варианты для мальчиков, динозавры. И велосипеды. Шапки привезли еще. Мы с вами смотрели также от нашего российского производителя детские шапочки, а теперь еще и взрослые. 249 рублей, состав акрил, размер 56-58. И покажу, какие еще есть тут варианты. Все они с декором. Рублей сервировочные салфетки круглые, и здесь разные варианты. Всего 4. Немножко обманула я вас, они стоят 27,50. Вилочки и ложечки новые, вот такие.
Ложка столовая, вилка стоит 29,50, а чайная ложка 27,50. Ну, вроде ничего. Тонковато, конечно, но бывает и похуже. Так, а тут уже что-то не так. Надеюсь, это не ржавчина. Будьте внимательны. Привезли много вот таких вот емкостей для холодильника и микроволновой печи. 1,2 литра. Разного цвета здесь клапаны. Красные, вот такие вот мятные. Очень хорошие. Пользуются спросом, и отзывы на них всегда отличные. Есть еще круглые. Здесь объем 0,9 литра. 59 рублей. Много корзинок для фруктов нам еще раз привезли. Если хотели, приходите, забирайте. 199 рублей. И много вот этих баночек. Мы с вами смотрели на 1,5 литра 149 рублей. Привезли еще и квадратные. 1,2 литра. 116 рублей. Расцветки такие же. Мне понравились. Здесь жесть в этот раз такая толстенькая. Отличные. А вот это, конечно, супер-супер-пупер новинка. Чехол для одежды с ручками 60 на 100 сантиметров. Но, к сожалению, не тканый материал, которому я в фикс-прайсе не доверяю. В фиксе не тканый материал, качество плохое. 60 на 100, 124 рубля. Так вообще, конечно, классный. В прошлом обзоре мы с вами посмотрели вот такие коробочки 20 на 15 на 6 за 59 рублей. А привезли им под стать еще вот такие. 79 рублей, 28 на 11 на 9 сантиметров. Полипропилен, Китай-производитель. И вот такие классные расцветки. Сушилки привезли для обуви 249 рублей, сделаны в России. На них хорошие отзывы. Покажу вам все технические данные, как ими пользоваться. До нас доехали вот эти заварочные чайники 760 миллилитров с кнопкой, 299 рублей. Но, к сожалению, их уже не хвалят. У многих ломаются кнопочки. Вот она уже сломана. Все. Видите? Не закрывается. Задумка классная, но кнопка здесь явно лишняя. Смотрите, какие малышки классные, салатники. Две штучки осталось, 49,50. По шабахче 8 сантиметров. Ну, супер. Дальше вот такие стаканы для крепких нервов. Босс, царь, обстановка по кайфу. Что еще? Вроде как все. Да, 4 варианта. 79 рублей, 240 миллилитров. Стекло хорошее, толстое донышко. Ну, само стекло тоже толстое. И это гусь хрустальный, да. Какая красота, новые бокалы. Вот такой бокал на 350 миллилитров. 124 рубля. Вот такой бокал на 490 миллилитров. 149 рублей. И вот такие классные бокалы. Ой, все, долой суету. Time to... Не вижу, что там дальше. Time to drink. И да, все. Вот такие бокалы. 650 миллилитров, 249 рублей. Тяжеленькие. Некоторые говорят, что здесь можно поместить прям целую бутылку вина. А для чего? Вино не пьют бутылками. Во всяком случае, я так думаю. Вина надо наливать чуть-чуть. Так, дальше новые вот такие детские кружечки. Объем 200 миллилитров. Опаловое стекло. Ценник, 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 ценник. Нету ценника. Вот так вот. У нас вечная проблема найти ценник на кружку. Есть зайчик, есть жираф, есть белочка. Три варианта. К детским кружечкам можно взять еще тарелки 59 рублей. Предположу, что кружки тоже стоят 59 рублей. И вот такие пиалочки 250 миллилитров 49,50. В
Вау, какое огромное блюдо для пиццы от Luminarc. Оно реально огромное. 32 сантиметра. Упрочненное стекло. Страна изготовления Франция. 299 рублей. На сегодня я вам показала все новинки, которые у нас уже успели распаковать и выставить на полочке в магазине. Надеюсь, что мое видео для вас было полезным, интересным, вы что-то для себя выбрали. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч. Пока-пока.